преддверии Дня Победы глава округа Михаил Токарев и Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев побывали у Тамары Николаевны Рябовой. Муж Тамары Николаевны, Петр Андреевич Пелагейченко, был участником Великой Отечественной войны, служил в авиационных войсках, а после войны более 50 лет проработал в прокуратуре. И губернатор поздравляет Андрей Юрьевич, тоже персонально вас, тоже все почитайте. Это его подарок, серьезный набор. Будьте здоровы, не болейте. Тамара Николаевна Рябова родилась в 1937 году. Она дитя войны. Большую часть своей жизни проработала в медицине. Работала я в больнице, в центральной районной больнице. Общий стаж у меня 62 года. А я на пенсии только вот 5 лет. Слава Богу, я не только сижу дома, но я куда-то езжу, общаюсь, с людьми общаюсь, во дворец хожу, когда приезжают мои любимые артисты. Евгений Иванович Гусев родился в 1926 году в деревне Васьково. Его военная служба началась в январе 1943 года, когда ему было 17 лет. Евгений Иванович награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией, а также орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас Евгений Иванович живет в Хотьково. С Днем Победы участника Великой Отечественной войны поздравили депутаты окружного совета и артисты агитбригады. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Илья Халяпин, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».